Меня зовут Соня, и я приехала из Харькова. Вначале мы бежим 5 кругов вокруг корта, потом мы делаем разные упражнения, как бы на растяжку, на, я не знаю, на разминку мышц и все остальное, и вот только потом начинаем играть в теннис. Но иногда в промежутках мы играем в футбол. Ой, благодаря тренировкам, вот, которые здесь, я поняла, что вот 5 лет, которые я занималась теннисом, мы, по сути говоря, делали очень мало. И я поняла, что можно делать намного больше. Ой, мне понравилось путешествовать по Праге, и не только по Праге, потому что нас возили в разные города. Я познакомилась с множеством разных людей, новых людей. А новые люди — это всегда хорошо.